Сказал один мудрец, что если дать людям большой подарок какой-то, да, они будут не себя от счастья, они будут помнить тебя, благодарить, превознесут до небес, объявят там. Во второй раз воспримут подарок как должное, а потом придут и начнут требовать. В этом есть некоторая проблема человека. Расскажу одну майсу. На шумном перекрестке стоит нищий с протянутой рукой. Загорается красный свет, рядом с ним останавливается шикарный белый Rolls-Royce. Так, представляете, тонированное стекло так медленно опускается, и высовывается рука в белой лайковой перчатке и протягивает нищему $50. Тот вообще оглянулся, смотрит, ну вообще, удача несомненная, да? Все, счастье, потом машина отъезжает, он понимает, что это все-таки к нему, и он счастлив. На следующий день... Стоит на этом месте, подъезжает Rolls-Royce, останавливается и снова из окна тоже с $50. Нищий берет, меньше удивлен, благодарность на лице, все. На завтра, на послезавтра и так каждый день. Нищий уже с нетерпением ждет перекрестки, подъезжает белый лимузин, открывается так. Вы знаете, как работа, так открылся, вставил. Проходит месяц. Однажды Rolls-Royce останавливается на красный свет и не открывается заднее стекло. Выждав несколько секунд, нищий вежливо стучит тонировое стекло, оно не опускается, он сильно начинает стучать и кричать: «Где мои $50? Где мои $50?» Это житейская история. Мы испытываем благодарность в тех случаях, когда понимаем, что получили то, что не заслужили. Но если нам что-то полагается, например, там жена что-то сделала, или муж что-то сделал, или какая-то вещь такая обычная, это мимо нас проходит. В нашей недельной главе, начало нашей главы, и подошел Иуда к нему. Ивритское слово «иуди» вообще образовано от имени Иуда, которым наша праматерь Лея назвала своего кого? Четвертого сына. Иуда имеет тот же корень, глагол легадот, благодарить. И поэтому Лея знала, что про отца Якова должно родиться 12 мальчиков, основателей колен Израиля, а 4 жен. И когда она родила 4-го, так сверхпланового, да, этим именем она выразила благодарность Богу за оказанную ей великую честь. Получается, что был сформирован народ благодарных. Но есть еще одна вещь. У легадот есть другое значение. Это что? Признавать. Да? Какая связь между словом «благодарить» и «признавать»? Подошел Иуда к нему. Что начинается глава? Мы благодарим, написано, Бога за то, что имеем. За малое, за большое. Человек, если это настоящий человек, он признает, что все на свете дар Всевышнего. Именно благодаря такому признанию Иуда и его потомки стали источником, могли подойти к источнику вот этого вот всякого блага, к нему, да, и подошел к нему Иуда, да. Задача вообще написана человека на земле, это быть свидетелем Бога в буквальном смысле, поступками своими, чтобы свидетельствовать, доказывать, что в мире есть Бог, владыка вселенной. В Торе так и сказано, вы свидетели, да. Но если задача быть свидетелями, почему надо говориться, что должны быть благодарными, а не признающими? Ну, признались бы, что так и есть. Дело в том, что написали мудрецы, что вера в Бога зиждется на признании. Признание чего? Что жизнь – это один огромный дар. Если человек не чувствует, что он получил что-то в дар, он не будет искать Бога и не будет смотреть дальше своего носа. Если я чувствую, что меня одарили, я буду искать дарителя. Атеизм не может породить, не порождает неблагодарности. Да? Наоборот, он сам порожден неблагодарностью. Атеизм – это признание себя хозяином мира. В любом случае, мы с вами пришли к выводу, что кроме того, что надо благодарным, всегда, когда возникает проблема, препятствие, мы видели это в нашей недельной главе, настоящий враг не само препятствие, а наша реакция на него. Что нам делать? Остановить реакцию, впустить свет и подумать. Почему мы учим Тору? Для чего думать надо? Для чего Тору учить? Надо знать правила игры во всем мире. Вот сейчас компьютерами все интересуются. Тем более надо знать, как все устроено. Без знания правил компьютера или там в него не войдешь, всегда будет что-то не то. Да? Надо пересмотреть встроенную в нас операционную систему, чтобы не получилось так, что мы работаем еще на каких-то детских загруженных программах. А мы уже взрослые, и мир взрослый. Поэтому и подошел Иуда, в первую очередь, означает одно. Нам надо всем подойти, сделать шаг вперед. И тогда откроется что-то новое, что есть и в мире, и в нас. Браха и ацлаха.